If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. Make it be taking control. Make it a move. Make it be taking control. Make it a move. Make it be taking control. Make it a move. Make it be taking control. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. If we try to believe. 10 октября на улице тепло, бабье лето началось. Приехал я в деревню Гюнгаслах. Гюнгаслах называется. Здесь такой вот ресторан и виноградники вокруг. Это, я думаю, также они добывают виноград здесь. Вот здесь бочка стоит. Здесь также инжир растет. Но самих ягод я не вижу. А нет, вот уже поспело. Инжир, офигеть. Вообще-то он в теплых странах растет, чтобы он здесь жил. Интересно. Ну да, лето было горячее, жарко. И поэтому вот видно, что деревушка находится на горе. Эта сторона всегда северная, всегда виноградники растут, потому что много солнца с этой стороны. В ту сторону там город Пфорцем, откуда я приехал, с той стороны. А в ту сторону где-то Штутгарт. Вон опять инжир растет. Сейчас хочу вниз спуститься, там запустить мою птичку, где там стоит как старая, ну не крепость, не замок, а что-то такое, вот постройка старая. Приехал я в деревню Фройденталь, и здесь замок называется Фройденталь. Вот такие вот домики сбоку. Какая-то маленькая такая башенка. Вот в буква П формы такой вот замок. Сбоку еще вот такое вот здание небольшое. А так много чего не увидишь. Сейчас спущу птичку. Приехал я к замку Хёнштайн. На холму лежит. Я буквально от последней точки, может быть, километров 10 проехал. Вот здесь ворота. Вход открытый пока. Посмотрим. Пройтись вокруг, посмотреть. Видно большая башня и рядом здание. Получается, старое здание здесь только одно. Вот это вот замок. Может быть, и крепость. У него три вот такие вот как круглые башни, но это не башни, это лестница. Здесь сбоку тоже еще лестница. Ну, сейчас птичку подниму, также покажу. Здесь резкий обрыв. Может быть, как крепость была. Внизу сама деревня находится, в углублении таком видно. Там спереди речка, где я вот пару дней назад ездил.
Вон там не спереди видно атомный реактор. Если я так вот вылечу, вон видно. Вон там. Там я замок смотрел за той горой. Но сюда я уже не приехал, потому что уже поздно было. Все, сейчас ищу место, где можно птичку запустить. Здесь какой-то герб. Три стрелы. Здесь кто-то написал Шиц, 1851 год. Такой он большой. Не помещается все в кадр. Потому что сзади здание стоит, не могу дальше отойти. Главный вход. Приехал в соседнюю деревню Бёнигхайм. Вот такие вот здесь кирпичные дома, старые. Стяжки, видно вот эти вот стяжки. Вот эти как кресты в кругу. Это стягивает стены, чтобы не были трещины, не расходились. Здесь также сейчас замок пойду смотреть, старый центр города. Начинается старый центр Бёнигхайм. Вот такое здание считается как шлёз. Замок, короче. Тут дальше видно, вон продолжается стена. Старое здание. И опять вот городская стена идет вокруг. Сейчас проедусь на мотоцикле вокруг старого города, вокруг стены. Здесь такой небольшой парк. Ручеек текет небольшой. Старые домики, узкие улицы. Здесь обмазанки глиной. Старые дома. Там сзади деревянные. Вон там замок. Сейчас пройдусь пешком, потому что приходится везде останавливаться. Тут прям самый центр старого города. Здесь прям такой дом украшенный. Выглядит как скворечник прямо. Спереди вон там башня находится. И в ту сторону. Везде в старых городах были башни на четырех сторонах. И вдоль стены сюда. Какой-то ресторан. И вот дальше такие домики. Когда башню это увидел, то вспомнил, что я здесь уже очень давно бывал. Лет 10 назад я здесь был. И смотрел этот городок уже. Какой интересный домик. Угол убрали, тут и вход. Вот старое здание. Говорится, не обработано. И ворота снизу. Я так думаю, это сеновал здесь. Здесь сбоку такое же похоже, что-то на сеновал. И вот они часто вот в этих местах используют такие вот камни. Плиты. И тут вот что-то какое-то животное сидело. Может быть, кролики, еще что-то. У некоторых я видел тоже такие вот для свиней были. Церковь такая вот старенькая. В закоулках прятаются такие вот красивые дома. Видно, что каждый этаж выпирает на сантиметров 20 вперед над улицей. Это, как говорят, некоторые специально делали, чтобы когда грузы поднимаешь вверх, через окно, чтобы по стенкам не царапать. Задний двор этого же дома. Тоже, видать, ухаживают за ним. А тут-то не очень ухаживают. Так как немцы говорят, рустикально. Оставляют так по старинке, чтобы выглядело вообще. Иду по улице, гуляю. И потихоньку вспоминаю, что я здесь гулял. Конечно, давно, но улицы вспоминаю сразу. Что не просто я башню смотрел, а здесь ходил все и прогуливался, смотрел. Потому что, когда переехал на другое место жить, я всегда изучаю эти местности. Тут был проход, я помню. Сейчас закрытый. Вот какой-то старый гараж стоит. 1817 года. Офигеть. Старый такой стоит. Не сносят. Это старый замок этой же деревни. Я вышел за территорию старого города. Сейчас буду опять возвращаться. Для этого дома там башня выглядывает. Называется она Ганнабенбург. Какой-то богатенький. Вот. В левом верхнем углу. Вон она нарисована. Богатенький она поставил. Вот эта рамка, это старый город. Тут все расписано.
Мы стоим также здесь у стены городской. Что-то она здесь такая высокая, что это какого-то помещика богатого, наверное, было. И находилось это все, как говорится, внутри старого города. Стоим возле башни. Здесь вывеска рассказывается, что 1188 года вроде принадлежало это кайзеру Барбаросса. Это вообще такой Барбаросса. Я сколько посещал замков, и многие принадлежали ему. Потом поменялось это другому хозяину. В 1525 году крестьянская война была, поврежден был. Потом 1546 года он был опять построен. И 1679 года опять, как говорится, разобрали или разрушили. Но выглядит, что как будто жилой, занавески висят внутри. Башня, не знаю, используется или нет. Только здесь сохранилась большая длинная стена, высотой, может быть, 6 метров примерно. Я приехал в другое место. Вверху на горе находится церковь Михаила какого-то, не знаю. Я там один раз уже поднимался. И я тут остановился, потому что здесь здание, дом или вилла была Катарины. На таком перекрестке находится вот это вот здание, как сарай, сеновал, не знаю, что там. И вот здесь находится это поместье Катарины. Написано Катарины Плазир. Ну, как говорится, не знаю, все время они жили или нет. Такой вот заброшен немножко, разрушается. Не знаю, заходить можно или нет, это, наверное, жилое. Там что-то написано еще. Тут вверху написано, что это паласт Катарины. На двери выбито число 735. Простая такая дверь. Ну, похоже немножко как поместье, как говорится, такое вот. Я вот к этой церкви еду. Сейчас нахожусь примерно здесь. Вот Катарина Паласт. И еще тут находится замок. Хочу сейчас с дроном посмотреть, поехать. Шлёс Магенхайм. Появление первое, ну, датируется примерно 1230 года. И вот сама это руины Обер Магенхайм, вот тут спереди. И вот спереди также капелли находится, вот эта вот небольшая. Сейчас посмотрим, какая она большая или нет. Ее впервые, как говорят, в документах заметили 793 года. Как говорят, в общем, немцы все время говорят, что примерно не знают, когда построили, но вот впервые в документах числилось такой вот год. Написано было, что вообще-то нельзя заезжать, но машины ездят, стоят, поэтому... Я до сюда, до ступенек доехал. Сейчас пройдусь. Там, конечно, дальше, если, наверное, поехать вперед, сбоку, то где-то есть, на машине подъехать можно. Здесь, видать, подъезд. Ну, наверное, те, которые здесь служат или еще что-то, могут сюда приезжать, наверное. Не знаю. Вот такое вот здание. Вот это вот Фенро, не знаю. И это находится, у подножия сразу находится парк развлечения Трипсдрил, вон. Там я один раз был в молодости. Вокруг холмы, лес, виноградники, сады, сады каких-нибудь людей, орехи там, что, яблоки растут большинство. Где-то там по прямой находится Штутгарт, аж огромная парковка.
Здесь находится небольшое кладбище. Наверное, хоронили всех здесь, а кто служил, наверное. Вот. Ну, как говорится, капели. Это не церковь. Капели всегда маленькая. И находится где-то на полях, на лугах. Но это, конечно, большая капель. Она уже под церковь смахивает. Тут сама капель. А вот дальше все жилой дом. Здесь, я так думаю, ресторан, что-нибудь еще для туристов здесь. Здесь еще какое-то здание, как будто отель, что-то такое. Там стоит капель. Здесь видно небольшое углубление, овраг. Стена, как говорится, скала находится, углубление. И там вверху руины крепости стоят. Но почему-то здесь закрыто забором. Мне кажется, это частное имение кого-то. Не пускают. Виноградники разноцветные. Там трактор маленький ездит. Он собирает тележки с виноградом. Люди, которые собрали уже, в ящики и в тележки, он ездит, собирает. И вон там парк. Парк развлечения. Уже почти в конце, когда закругляется площадка, тут ступеньки поднялся вверх. Сейчас вот за кустами где-то должны быть руины. Но я шиповник, этот боярышник увидел. Пощелкаю сейчас или попозже. Он здесь крупный и чистый. Вокруг нет дорог, ничего, здесь можно его кушать. Все, здесь дальше больше ничего не видно. Забор. И тут вот стена была, видно. Овраг. И вот фундамент здания там. За деревьями, за кустарниками. Там ходят овечки, вижу. Сторону это мне домой ехать. Тут гора находится, вон там башня находится, вышка связи, короче. Вот тут вот какой-то фундамент, я так думаю, здесь, наверное, заканчивалась территория, здесь стояла, наверное, смотровая башня. Солнце садится, полетала птичка, только смотрю, слышу, летает дрон мой, я вроде угнал подальше, а он надо мной стоит. Думаю, не понял, как управляю, смотрю, он не движется, как я хочу его управлять. Оказывается, это чужой дрон был. И он как раз надо мной стоял и перебивал мне связь с моим дроном. Короче, проблемки были. Хорошо, что он сейчас улетел куда-то. Вон, солнышко заходит. Все, сейчас домой еду. Проеду мимо той крепости. Вот здесь стоит старая стена от башни, наверное, еще. Вон старая крепость стоит еще. Если сейчас проезжать буду... Там, ну там навряд ли подъеду. Я бы хотел бы фотку сделать. Он стоит на холму. Вон там, на краю. И там дороги нету. Вот вокруг фундамент идет каменный такой. Все, закончил я свои точки. Эти точки, которые я сейчас проехал сегодня и последний раз. Я их уже в том году поставил, хотел проехать, и все никак. И в этом году уже лето кончилось, и все никак. А вот сейчас иду... Все, проехал. О, боярышник надо сорвать сейчас. Короче, я сейчас иду к мотоциклу.